Обороны России также пояснили, что корабли ВМС США, в том числе, надо отметить, прибыли для участия в проводимых объединенным командованием вооруженных сил США и Европы на национальных учениях в Черноморском регионе. Там ряд кораблей, в том числе эсминец, управляемый ракетным оружием «Бурка», танкер «Джон Лэндхалл», штабной корабль «Мама Уитни», все это уже на США. В общем, национальная культура в вооруженных силах составляется на 15 средств в российской границе. Напомню, ранее тут, да, на пресс-конференции в Братиславе,